Приветствую вас, дорогие друзья, меня зовут Виталий, он же Монк, и мы продолжаем проходить Horizon Zero Dawn. Ну что? И жизнь в закатной крепости стала. Пойдемте. Посмотрим, блин. Будет у нас бой сейчас с бегемотом на арене или нет. Сейчас мы все узнаем. На самом деле захватчики морят нас голодом. Это же очевидно. Во имя явленной славы солнца! Узрите, светозарный Итамен, истинный король солнца! Луч во тьме, чья воля свет и чей свет закон! Я повелеваю светлому Бахавусу говорить от моего имени. Волей светозарного Итамена солнце взирает без жалости на предателя Утида. Охотник, принесший его голову, получит 5 сотен осколков. Скорее пленник, чем король. Правда же? Красивые волосы. Нам надо поговорить, охотница. Знаешь зеленый шатер в сумраке? Буду ждать. Я занята. Ты же не охотница за головами. Поверь, Утид не виновен. Помоги мне, пока еще есть шанс его спасти. Лазейка, о которой я говорил, у тебя за спиной. Ты издеваешься? Вовсе нет. Насчет соколов не беспокойся. Они сейчас слишком заняты собой и тебя не заметят. Первый раз в цитадели должен полюбоваться на кольцо солнца. Что за лазейка? Ну а соколы? Ха! Да они сами хотят, чтобы мы это увидели. Что за Кикук? Погоди. Убийцы Кикука про тебя не знают. А тебе служены песни? Не знаю. А тебе? Погребальные. Многие из них мы завершаем, потому что оборвали многие жизни. А... совесть? Это для слабаков. Хороший у тебя шлемак, Кикук. Это безумие. Парапет. Можно спрыгнуть с него. Ёкарный бабай, бля. Опачки. Так, куда, чё, кого? А, подожди, мне прям наверх куда-то надо. Не понял, мне ж наверх надо, а не вниз. А здесь нет наверх. Опять, блин, начинается. Или чтобы залезть наверх, надо спуститься для начала вниз, да? Другая сторона башни. Найди шахту. Блин. Награда за предательство. Погоди, а это где у нас? Ладно, давай сначала сюда пойдем. А потом, наверное, туда, если получится. Найди шахту. Да я нашел, вот она. Так ты тут уже бывал. Разумеется. А теперь слушай внимательно. Я хочу тебя предупредить. Я показал тебе лазейку. Но как только проберешься внутрь, пути назад не будет. Прежде чем спускаться вниз, тебе нужно вооружиться и как следует собраться с духом. Во как. Ничто не должно отвлекать тебя. Остались незавершенные дела, доделай. Или забудь про них. Нытья я не потерплю. Тебе ясно? Все ты потерпишь, как миленький. Я тебя в попутчики не звала. Поэтому, ребята, давайте-ка сходим сначала вот сюда. А, подожди, блин, побочная. Вот так вот.
потом мы сюда вернем. Я говорю, здесь будет бой с этими бегемотами гребаными там на арене. Так что надо сходить. Что там за предательство, фигательство, блин. Давай обратно. Нас никто пока не запалил. Надеюсь, обратно мы сможем вернуться. Да, сможем. Нормально. Вернусь попозже. Конечно. Та женщина сказала, что будет ждать меня у зеленого шатра в лагере. Конечно. Ой. Пошли, сходим туда. И вернемся попа. А, блин, как мне отсюда выйти-то теперь? Так, я отсюда зашел, все верно. А, ну все, вот здесь. Вот здесь вот мы и пройдем. Путаюсь я в этих замках в ихних. Охраночка, конечно, никогда не помешает. Извините, простите. Дайте пройти. Посторонитесь. Так, вниз, вниз. Как вниз-то? А, вон лестница. Чуть ты меня рад видеть, я тебя даже знать-то не знаю. Рад видеть тебя. А я вот не знаю, рада я тебя видеть или нет. Так, а что она, интересно, хочет от меня? Это угощение от королевы Насади, малыш. Королева помнит о вас и помогает, чем может. Ешьте. Ну и домой своим принесите. Если есть кому. А я тебе наслышана. Гроза машин, острое копье, милые веснушки. Говорят, у тебя есть совесть. Так экстравагантно. А ты кто? Ты ведь явно не из Карха Тьмы. Меня зовут Ванаша. Пока тебе довольно знать, что я здесь в глаз рассудка, в настоящем водовороте безумия. Мне это знакомо. Не сомневаюсь. Как и у Тиду. Хороший человек. Конечно, Карха Тьмы хотят его убить. Я кое-что разузнала. Он идет на зеленый склон. Там охотники его очень быстро найдут. Хочешь ему помочь? Он был бы очень рад. Хватит увиливать. Скажи мне, кто ты? Не увиливать? Еще прикажи отключить природный шарм. Это невозможно. Но открою маленький секрет. У меня друзья в Меридиане. И я стараюсь помогать им по мере сил. Утит им пригодится. Если выживет. Откуда знаешь, что он невиновен? Я умею наводить справки. В общем, он кормит сироты своего пайка и защищает больных и старых от всех посягательств. Обвинять его в покушении на Итамина – просто бред! Скорее, он увидел что-то, что не должен был видеть. Иначе Бахавас не приговорил бы такого уважаемого человека к смерти. А почему зеленый склон? Он знает, что его ищут. Поэтому будет искать знакомое место, которое сможет оборонить. А в тех холмах он когда-то в одиночку отбился от целой банды. Я думаю, он решит пойти протаренной тропой. Я сделаю, что смогу. Ну а ты-то сама? Что, а я-то? А ты-то что будешь делать? Всякие полезные вещи. Три мертвых дерева к востоку от закатной крепости, начало зеленого склона. Удачи. Что, а я-то? Три дерева, говоришь? Ух, сколько, блин, скакать надо. Ну ничего. Так, а может там костер есть какой-нибудь? Сейчас посмотрим. Ну-ка, карта. Да, есть рядышком костер, хорошо. Только я сначала, знаешь, что хотел? Так, ловушки. Ловушка с взрывчаткой. Нужно размещать на земле. Она сработает при приближении к ней, взрываясь, наносит урон всем, кто окажется рядом. Так, она... А какая баща-то? Так, эффекты 200.
Угу. За 150. Вот это побащ, блин. Давайте сделаем. Не знаю. Ну, штук 6. Штук, наверное, не знаю. Целебные, защитные. Вот от чего вот это зелье? Зелье... А, это защита от огня. Понятно. Противоядие. Угу. Вот, укрепляющее зелье. Увеличивает запас здоровья на 150 единиц. Исцелить раны на... Ля, так, исцелить раны, либо на короткий срок увеличить запас здоровья сверх максимума. Ага. Сочное мясо, жирное мясо. Нам тоже зелья, кстати говоря, пригодятся. Так, ну хорошо. Ой, подожди, карта, карта. Карта, карта, карта. Поехали сюда. Полетели, то есть. Поедем мы потом. А поедем мы потом. 9 метров. Тихо. Спокойно. Никого нету. Дуголобчик, иди отсюда, пожалуйста. Я не хочу тебя убивать. Мертвое дерево, как сказала Ванаша. Посмотрим, был ли здесь учит. Отвали. Не ходи за мной. Ты слабый, блин, и... Вообще. Отстань, короче говоря. Проще. Проще говоря. Так, погоди, а что тут? Идите по следу. Так, и я еще след... Следы ведут на этот гребень. Видимо, это и есть зеленый склон. Где? Там был... А, вот, отобразить путь. Так, 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 ага. Туда, в ту сторону. Погнали. Опа. Травушка, муравушка. Давай еще собирать. Пока есть возможность, надо собирать. Опять наверх лезть, да? Ну, что же делать? Нам не привыкать. Мы уже какую вторую. Здесь следы обрываются. Дальше надо лезть. Третью серию лазим по горам. Как горные бараны. Козлы. Не, бараны лучше звучит. Серьезно, Элой? Ты что делаешь-то? Ты почему не допрыгнула? А? Надо допрыгнуть, понимаешь? Разбега надо. Свеситься не надо мне. Давай! Как бы об этом не да блин! Не на ту кнопку нажал. Не проснулся, походу, я еще. Записываю с утречка. Пораньше. 9 мая. Надо. На парад идти. Я у нас не парад, а так. Просто митинг. Ага, вот здесь дальше. Я что-то вот некоторые миссии плохо, конечно, помню. Потом вспоминаю по мере того, как я их пройду. Не помню, блин, последствия этой миссии. Но точно знаю, что чем больше мы поможем другим, тем в конце... Больше людей поможет нам в битве. Добралась. Где же ты прячешься, Утит? Смотри, лагерь. Объедки. Тут он выжидал, нет ли погони. Наверное, пошел дальше. Буду нагонять. Буду нагонять. Образить путь. Погнали. Погнали догонять. Ему зонт так пошел, блин, расслабляющий. Как будто ничего не предвещает беды. Прям просто умиротворенная такая музыка. Утит охотился.
Умиротворяющее. Все полезное он забрал. Наверное, Утит собирал детали для оружия. Бля. Опасность. Коршуны ищут добычу. Задолбали эти коршуны, вот серьезно, меня бесит. Идите в жопу. Убейте коршунов, бля. Серьезно? А, блин, я весь огнежар потратил. Черт тебя дери. Извини, придется испортить тебе веселье. Да, да. Придется тебе перья подпортить, блин, каркуша. Быстрее. Быстрее, Лой, быстрее. Не успел. Да черт, блин, я подрал. Где ты там? Приземляйся, гадина! Вот так вот. Не успеваю добегать, блин. Слишком далеко падает, тварь. Лежать. Где вы там, блин, гады? Ты черт? Ха. Давай, добивай его, блин. Еще разок. Еще. Готов. Хорошо. Фух, блин. Бесящие твари, блин. Они летают, по ним трудно попасть. Этим они и бесят. Ну, хорошо, хоть они это. Непростая добыча, но хорошие детали. Хорошо, что они не очень сильные. Пару огненных стрел он падает. Главное успеть подбежать в это время. Так, что там? По следу. А след-то я потерял. Так, отобразить. Они возвращаются. О, возвращается, блин. О, возвращается. Ой, ты чё? Утит набрал детали. Мне бы вот огнежара, блин, не хватает, конечно, опять. Огнежарчика не хватает. Тихо, блин, не падай только. Аккуратно. Опа. Вторая будет в сердце. Утит? Охотница за головами? Ты же еще соплячка. Да сам ты сопляк. Я не охотиться на тебя пришла. Ты ни в чем не виноват. Не виноват? Ну ладно. Если это хитроумная западня, ты заслужила добычу. Ты че, мужик, блин, прекращай. Хренью заниматься. Сейчас я с тобой поговорю, подожди. Пошукаю, что здесь есть. Огнежар взял, да? Ну-ка. Блин. Чуть взял. Чуть-чуть совсем взял. Никаких уловок. Честно. Хорошо. Говори. Что случилось в закатной крепости? На самом деле. Ну, слушай. Долго. Каждую ночь в палаточном городе кто-то умирал. Всегда во сне, без борьбы. Старики, больные, иногда дети. Те, кто не мог сражаться. Я не сразу понял, что их убирают. Но кто это делал? Сначала все думали, что злой дух. Но это был человек.
и тихий яд. Мы поймали его не сразу, но поймали и привели его Бахавасу на суд. Нехилый у него прикид такой. Верховному жрецу? Это он назначил за тебя награду? Да. Он похвалил меня за рвение и велел стражам отпустить убийцу. Ясно? Потому что это был его слуга. На нас набросились. Надо было мне умереть там, с моими верными воинами. 20 лет я служу солнцу. И что? Я вижу лишь подлость. А честь, жертвенность, настоящая. Та, о которой ничего не знают жрецы. Ее здесь нет. Если волнует честь, иди лучше к Карха Солнца. Они занудные, конечно, но хоть честные. Карха устраивали набеги на твое племя, на все окрестные племена. Такова была воля Солнца. И я подчинялся. Иные шли дальше. Но, как и их капитан... Утит, не важно, что ты сделал. Не мне тебя судить. Но Карха Солнца изменились. И ты можешь. Возможно. Ават не понимает, что Солнце требует от своих воинов. Или понимает слишком хорошо. Ты прям как Марат Безгрешный. Марат Безгрешный. Ты хороший человек. Но почему ты вообще служишь Карха Тьмы? Зачем? Ради Итамена. Ведь он же истинный король. Он же просто ребенок. Да. Итамен чистый лист. Он ничем не запятнан. Но его обманули. И нашу веру. Теперь я это вижу. В полдень не бывает тени. Не Бахавас опозорил мое имя. Я сделал это сам, служа ложному престолу. Я знаю, кто хочет тебя спасти. Это женщина, Ванаша. Но прежде тебя нужно вытащить. А ты кто? Вроде охотница, а приказы раздаешь как воин. Наемники. Думаешь, пришли объявить, что я невиновен? Зря ты покинул долину, Карха! Эти горы принадлежат нам, убийцам Кикука! Теперь от тебя даже слабого эха не останется! Ты вообще не заметал следов, будто нарочно хотел устроить зрелище. А тебя не проведешь. Естественно. Тихо. Идиоты, соберитесь. Дело за вами, бойцы. Мы еще можем их давай. Тихо, тихо, тихо. Спокойно. А, есть, зацепил. Кто пойдет против нас, погибнет. Че, отхватил козлина? Дай-ка его сзади колотушкой долбану. А, гады, их там до хрена. Да сдохни, гад! Чё я отмазила-то такой, блин? Трудно целиться на джойстике. Держитесь! На подходе ещё один отряд! Ты чё? На! Ты хотя бы это, блин, лупи их тоже там, чё стоишь-то? Опа, опа, опа. Потанцуем. Сбоку, сбоку, заходи. А, черт. Вылази. Вот так вот. Вы что, женщины, что ли? Лежать, не вставать, блин. Кто там? Солнце покарает тебя! Солнце тебя сейчас покарает! Это козёл. Не последнее. В смысле? У меня припрятаны стрелы. А, ну подожди. Не лезет. Подожди тогда.
Дай соберу с них лукецкий. Да блин, я почему-то зельями не пользуюсь. Я найду тебе применение. Уже говорю какой-то раз. Ну потому что мне проще травы собрать, а зелье оставить на крайний случай. Эти зелья, они не много здоровья добавляют, а трава на полностью полоску, пока вся весь запас не иссякнет. Залезай. Залезаю. Опа. Блин, набирай все, что успеешь. Я хотел этот взять, древесник, блин. А получилось, что я к нему подошел, и мы полезли дальше. Так, я огнежар не взял случайно? Нет. Плохо. Очень плохо. Огнежар мне нужен. Много. Да. Че ты творишь, блин, игра? Я еще не все собрал. Всегда приятно, когда жертва отчаянно обороняется. Ну что, монстры? Мы привели сюда жреца, пора начинать зрелище. Вы хотите увидеть, как жрец сдохнет? О, блин. Его капюшон. У меня с Бахавасом есть разговор. Будет сложно. Боюсь, ты выбрала не ту сторону. Я не собираюсь сегодня умирать. Да. Да? А я вот с утра собирался. Ну так теперь маленько это. Погоди. Так, один готов. Тихо, тихо. Куда вы так бежите, блин? Тихо, тихо. Опа! На! Не успеешь, берегись, тварь. Слева. Кто слева? А? Давай. Тихо-тихо, надо за камнем сидеть, чтобы меня лучники не попадали. Где ты там? А, черт. Оп, тихо! Да блин! Да ты что делаешь? Ты что, дурак что ли? Ой, блин! Замахивайся быстрее! Гаси его! Разменяемся ударами! Опачки! Спокуха! Так, погоди. Давай, гаси, критически. Все, зашибись. Прячемся. Здоровье они мне нормально подпортили, твари. Конечно. Блин, не лезет. Не лезет, у них у всех целебное зелье. Давай тогда будем использовать целебное зелье. Сейчас ты успокоишься. Подожди, где ты там, бля? Я тебя плохо вижу. Покажись, козлина. Приготовься встретить смерть. Вот бы мне до вас добраться. Я бы вам показал, где раки зима. Че ты там прыгаешь? Готов. Отъехал, козел. Ну! Урод, блин, бегает там туда-сюда. Используй бреши в защите врага. Как ну вот и все монстры. Какие бреши, блин. Бахавас надеялся спрятаться за их спинами. Но теперь у нас есть шанс. Ты со мной? С тобой, с тобой. Дай только полутаю. У них у всех зелье, елки-палки. Ничего такого полезного.
Кстати говоря, да, я здесь-то еще не все собрал. Ты почему-то начался бой неожиданно. Скрип сработал. О, что это такое? Это можно было пушкой их херачить здесь. Блин, пушка лежала. Да, блин, нормально, так справились. Жалко, что весь лут не могу с них забрать. Возьму дорогу. Зато здесь есть лечебные травы. Что не может не радовать. Понятно. Ну чё, пошли дальше. Куда там с тобой идти-то? А куда мы идем вообще? Какая у нас цель? Жреца этого убить? Ну давай быстрее, что ты там телишься. Будет непросто. Да я у знаю. У Бархаваса все еще есть охрана. Я знаю, я в курсе. Ничего страшного, блин. Раскидаем их. Ну, может, у них там, конечно, еще будут машины на их стороне. Какие-нибудь. Ой, когда я... Ну, это на продажу пойдет. Осколков у вас как-то мало, нищеброды вы, блин. Туда, и мы его настигнем. Да-да-да-да, настигнем. Сейчас, подожди. Сейчас всех настигнем, всем отомстим. Я пришел за тобой сам. Прекратить твои страдания, Утит. И свои. Нас привели чужаки. Цену заломили. Хорошо, что мертвецам не надо платить. Но довольно слов. Перейдем к делу. Действительно. Убрать их с глаз солнца. Давай к делу перейдем. Опа. Вот ты, чувак, наверное, непрост. Бежать или драться? Блин, куда ты? За свою честь. Они все это... Они все с черепками. Да блин, тороплюсь, ребят. Он еще заразы какой-то стреляет. Ну-ка давай обойдем. Убейте предателя и девчонку. Тихо. Че ты промазываешь? У меня замах быстрее, чем у тебя, козел. Спокуха, что ты там шмаляешь-то? Кто шмаляет, блин, я не понял. На! Покажу им, что такое. Давай бой. Покажи ему. Вот так вот. Лупи его. Готов. Лучше так, блин, чем луком там сидеть. Не, луком тоже можно, если попадать всегда. Почему-то мне не очень это хорошо иногда получается. О, нормально. Так, чё там? А, не понял. Поговори с Бахавастом. Ясно. С Бахавастом. С Бахавасом. А как с ним поговорить? Слазь, козёл, блин. Подсади. Давай быстрее подсаживай. Сейчас мы ему натянем, блин, плащ его. Замотаем его в его плащ. Анимация долговатая. Сколько он тебе предложил? Плачу вдвое. Ага. Четверо. Нет. Мне все это надоело. Твоя ложь, твоя жестокость и твои благовония. Ты ведь сам себя не убьешь? Это было нужно. Убрать слабых, чтобы дать шанс всем остальным. Ты что, бог, что ли? Пустые слова. Может, солнце найдет каплю блага в твоих иссохших костях. Решать, кому умирать, кому нет. Ну, вы устроили спектакль.
Ты не торопилась. Занята была? Куда, по-твоему, делись изгои Яна? Еще один отряд наемников. И нужно было организовать доставку беглеца в Меридиан. Дай нам поговорить, Утит, о женском. Я поражена до глубины души. Надо же, хитрый Бахавас попался в свою же ловушку. Его смерть открыла нам новые горизонты. Юный Итамен и Насади, его мать, живут в закатной крепости как заложники. Без Бахаваса про них на время забудут. Хочу их вытащить. Ты поможешь мне? Да помогу, конечно. Похитить короля Карха Тьмы не такая простая задача. Не похитить. Он готов идти в Меридиан добровольно. Откуда ты знаешь? Я была прислужницей у Насади. Она боится. За себя, конечно, но еще больше за Итамина. Что теперь будет с Утидом? Не бойся. Ты дала ему второй шанс, а я о нем позабочусь. Он отправится в Меридиан военным советником. Он поможет Аваду положить конец мятежу Карха Тьмы, пролив как можно меньше крови. Что будет в крепости после смерти Бахаваса? О, там будет прекрасно! Жрецы в панике, подковерная борьба, склоки, дрязги, ножи в спину. Душа радуется. Но главное, они отвлекутся. Бахавас, твоя жизнь принесла столько несчастья, но твоя смерть — истинное благословение. А тебе-то они зачем? Итамином Карха Тьмы прикрываются. Без него они сразу же потеряют все основания притязать на власть. Итамин пока всего лишь малыш за мамкиной юбкой. Как ты сделал для меня фигурку жвачника из палочек? Не похоже, но мило. Никто никогда не дарил мне подарков. А что нужно, чтобы вывести на саде Итамина? Из закатной крепости их теперь вывести несложно. Я смогу сама. Сложнее будет переправить через границу в Дом Солнца. На выжженном берегу найди трехпалого Хуадиля. Его люди должны были расчистить нам путь. Так что просто иди туда и жди меня. Если путь тебе уже расчистили, зачем нужна я? На всякий случай, охотница. Что-нибудь сорвется, и тогда мне пригодится хороший воин. Ты. Ладно, я постараюсь. О, блин. Три дерева, тут трехпалый какой-то. Она сказала, ты мне поможешь. Мы идем в Меридиан? Ну, если ты хочешь, милый. А у меня есть выбор. Трехпалый Хуадив. Я просто вежливая. О, 111 осколков, нифига. Запас карман. Думаешь, Ават примет к себе того, кто служил его врагам? Он великодушен. Просто улыбайся. Так, ну что, погнали отсюда, блин. Знаешь, куда еще хочу заскочить? А где эти деревни Банук? Смоляной утес здесь? Хочу еще раз посмотреть, не появились ли у него оружие Банук, лук там, вот это вот. Эти карты не умеют даже молот в руках держать. Это то или не то? Я не помню, где они. Мне нужно зарабатывать. Подожди, где у вас тут торговец? Нет, это не та деревня. Не, это Зирам. Подожди, а где тогда? Деревня-то это Банук, блин. Они ж где-то возле этого. Торговец. Предел мастера. Разбитая печь. Лагерь разбойник. Это не то. Не понял. А вот лагерь Банук. Помню, что возле зимы где-то, блин. А где точно не помню. Что мы здесь делаем?
Так, где? Туда, стадо уходит все дальше. Вот он. Вот он, вот он. Блин, почему нету, а? Нифига не понимаю. Давай хоть продадим что-нибудь, ладно. Так. Так. Где там эти? Так. Так вот. Где луки-то эти взять, блин? Не помню, хоть убей. Прям вообще не помню. Так, где здесь поближе-то будет? Наверное, вот здесь вот. Я, по-моему, к этому костру уже 100 раз перемещался. Возле него был. Это 101-й. Да-да-да-да-да, точно, дуголобы ходят, бля. Офигеть, офигеть. Так. Ладно, дорогие друзья, давайте на этом остановимся, продолжим в следующий раз. На сегодня у меня все, с вами был Виталий, он же Монг. Ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал. Всем пока-пока и удачи. Пишите комментарии. Пока.